Спекуляции на тему возвращения ядерного статуса периодически появляются на Украине. Как правило, этим занимаются не специалисты в области вооружения, поскольку те, кто разбирается в этом вопросе, прекрасно понимают, технически страна не в состоянии даже обслуживать это оружие. Именно поэтому в 90-х годах Украина и отказалась от ядерных ракет. И то, что нынешние власти поднимают эту тему, показывают лицо этой власти. Авантюристы, которые не думают о последствиях, рассуждает главный советник Российского института стратегических исследований, профессор Российской академии военных наук Владимир Козин. Это лишь свидетельствует о том, что украинские нынешние лидеры, ну, не отдают себе никакого отчета в том, что они заявляют и как это заявляют, и не отдают себе отчета в том, какие могут быть последствия. Не дай бог, если они создали бы, они наверняка бы его применили. Это практически в центре Европы. Это разве можно себе представить такую вещь? Только в самом страшном сне. Эксперты признают, что лишь в теории Украина способна создать некую атомную бомбу и даже установить боеголовку на ракету. Правда, с точки зрения террористических рисков ничего ужаснее представить нельзя. Украинская армия вряд ли сейчас способна обеспечить безопасное хранение такого оружия. Зато радикалы-экстремисты вполне могут попытаться получить доступ к боеголовкам.